Я первый раз услышала его стихи. Я думаю, что для нас это будет большой комитет. Олег Николаевич, спасибо за стихотворение о женщинах. Я теперь буду тоже, так же, как Валентина, кричать. О женщинах почитайте. Я всегда буду. Для начала, Олег Николаевич, для начала, любимое ваше стихотворение прочитать. Читаешь, как стихи. Плутал автобус долго, без толков, ломая лед, разбрызгивая грязь, в тени вечерних сумрачных домов. И вдруг навстречу выбежал, кружась, закатом подожженный алый клен, звенящий и танцующий, и даже унизанный граненым хрусталем, как люстра из гостиной Эрмитажа. О, этот свет, ворвавшийся, как вскрик, стекло и сталь, пронзающий насквозь, он был внезапен, в нем звучал вопрос, был слышен голос солнца в этот миг. В корнях деревьев растворялось солнце, бесследно, как кристаллик марганцовки, закат висел лиловыми слоями, высокие просветы между домами он заполнял, как лаборант мензурки. Кружился сквер, скамья играла в жмурки, в колдобинах, в осколках луж глазастых смежал глаза и засыпал пустырь ресницами теней, скользя по насту. И воробей был розов, как снегирь. Пока я занимался всяким вздором и обольщаясь, думал, что живу, был ветер, прогонявший по озерам поляны ряби, топчущий траву. Пока я жил, не доверяя чувству, что говорило мне не то, пока я гнул свое, так становилось пусто в полях, такие висли облака над далью, даже в тесноте квартиры. Вдруг делалось покойно и легко, лишь чудился неуследимо тихий, беззвучный лед тяжелых облаков. Природа, та же, что руководила и мною, осыпала на песок листву и в гавань осени вводила несметные флотилии лесов. Да, был ведь лес, а я о нем не ведал, и лишь с подножки перестук колес. Лицо и мешанина мокрых веток, где поварешкой бился паровоз. Мой лес с белесым мхом, на сучьях сосен, мой лес с гнилыми ранами дорог. Прости, так близко подпустил я осень, что от нее тебя не уберег. Прости, сегодня, как и ты, я болен, но здесь, где вечер по лицу течет, такой простор, такая жажда воли, что даже одиночество не в счет. Такой стих, посвященный всем поэтам. Напоследок, прочти вот эту трилогию свою, когда из творения мои. А ну да. Только полностью прочти его. Все три части. Они коротенькие, ладно, можно поворотить. Я так мечтаю каждый раз, когда полно гостей в квартире, чтоб кто-то сделал харакири, спустивши кишки в унитаз, другой бы сиганул в окно, съел третий собственный ботинок. Увы, лишь пьют да жрут скотины, и нет в них совести давно. Среди знакомых ни одна канкан, раздевшись, не плясала, хоть вместе выпито немало, пустой был перевод вина. В окно не лезла ни одна ко мне, раскрыв среди ночи створки. Сердца девиц черствы, как корки, и нет в них страсти ни хрена. Когда творения мои редактор сумрачный читает, я твердо верю, зарыдает и гонораром одарит. Но нет в редакторах чутья, пока стою я рот разинув, стихи мои летят в корзину, в печать не взято ничего. И напоследок, я думаю, вытерпите, поэму прочту. Давай. Поэма, да. «Печальная судьба селедки», поэма. А так называется? Так и называется, да. Лежит селедка на дороге. Она не может убежать. Бог отнял у
селедки ноги, ей приходится лежать. Все.